Всем привет! Меня зовут Леша Гагаури. Я очень рад встретиться с вами в программе «Невозможное возможно», посвященной фокусам и чудесам. Я покажу вам разные фокусы и даже объясню, как большинство из них делаются. Но какие-то так останутся для вас загадкой. Мне нужно будет несколько карт, несколько особенных карт. Как их найти в колоде? Очень просто. Перемешать как следует. Если очень... Нет, на самом деле очень сильно, если захотеть, то все четыре могут выпрыгнуть сами. Это четыре туза. Я объясню, смотри. Четыре туза, проверь, что они обычные, между ними нет никаких дополнительных карт, и там все хорошо, да? Да. Да? Окей, давай. Какие у нас масти есть? Пики, буби, крести и черви. Я разложу их вот так, все четыре туза. И на каждого из них я положу по три какие-нибудь случайные карты, неважно, какие они будут. Так, поехали. На каждом тузе по три карты, правильно? Mm-hmm. Возьмем первого туза, берем сюда. Если просто щелкнуть, то этот туз отсюда исчезнет. Можно проделать то же самое со вторым. Раз, два, три. Попробуй, окей, давай. Прям сам затолкай его туда. Сам щелкай. Молодец. Конечно, когда они исчезли, они где-то появляются. Подвох в том, что они все четыре здесь. Крутой фокус. Вы, наверное, хотите узнать, как все тузы оказались в одном месте? Сейчас расскажу. Для этого фокуса вам понадобится колода карт. Вам нужно будет заранее найти в ней четыре туза и положить их на колоду. И вы готовы начинать показывать. Вы говорите зрителю, что у вас есть четыре туза, и выкладываете их на стол. И просите зрителя проверить их, убедиться в том, что они самые обычные. Пока зритель проверяет этих тузов, вы делаете вот такое движение. Вы отсчитываете сверху колоды три карты и под ними ставите ваш мизинчик. Вот так. Важно, чтобы зритель не видел, что ваш мизинец находится между картами. Когда зритель проверил тузы, вы их берете и кладете наверх колоды. Таким образом, над вашим мизинцем оказывается 4 туза лицом вверх и 3 карты лицом вниз. Не важно, что это за карты. Все это на вашем мизинце. И вы предлагаете зрителю еще раз их пересчитать по одному. И берете всю эту стопку сверху и держите вот так. И пересчитываете. Туз номер 1, туз номер 2, туз номер 3. И кладете все обратно. Берете верхнюю карту и говорите «туз номер 4». Затем раскладываете остальные три туза. Вот так. Но на самом деле здесь уже не тузы, здесь абсолютно другие карты. Но зритель, конечно, этого не знает. Зритель думает, что здесь 4 туза. Вы говорите, что на каждого из тузов вам нужно будет положить какие-нибудь случайные карты из колоды. Берете три карты сверху и кладете их вот на этого туза. А эти три карты – это как раз-таки три туза. И проделывайте то же самое с остальными картами. Три карты сюда, три карты сюда, три карты сюда. Затем все, что вам нужно сделать, это взять первые три карты отсюда, сказать вашему зрителю, что этого туза вы уберете к ним, на самом деле это не туз, щелкнуть пальцами и показать, что теперь здесь нет ни одного туза, туз исчез. Повторить то же самое с этими картами. Убираем туза в середину, якобы туза, щелкаем пальцами, показываем, что он исчез. И делаем то же самое с третьей стопкой карт. Туза в середину, щелкаем. Он исчез. Все четыре туза исчезли, но они где-то должны появиться. И вы показываете, что на самом деле они все появились вот здесь. Все, что сейчас будет происходить, все сейчас будет делать Клим сам. Вообще без моей помощи. Это очень важно. Колода будет лежать здесь. Клим, мне нужно, чтобы ты сейчас у себя в голове
задумал любое число от 10 до 20. Задумай. Не произноси вслух, просто подумай. Есть? Есть. Есть. Возьми колоду аккуратно. Угу. То число, которое ты задумал, это количество карт по одной отсчитай на стол. Прям, да. Это именно прямо вот так вот. Прям это количество карт. Да. Когда закончится это количество карт, просто остановись. Окей. Сейчас у тебя двузначное число, правильно, в голове? Из двух цифр состоит. Да? Ты можешь себя в голове сложить две эти цифры, чтобы получилась одна. Например, если у тебя 12, то ты складываешь, получается, 3. Сложил? Получилась еще какая-то цифра. Да? Получилась какая-то цифра. Та цифра, которая у тебя получилась, это количество карт. Отсюда обратно переложи сюда. Прям по одной. Да-да-да. Есть? Я мог знать, что здесь получится у тебя. Я же не знал, какие ты числа загадаешь. Правильно? Эту карту возьми, мне не показывай, покажи ее в камеру. И положи обратно в колоду. Куда хочешь. Положил? Да. Все? Смотри на меня. Представь цвет этой карты. Есть черная, есть красная. Мне кажется, что твоя была красная, да? Да? Есть буби, есть черви. Червовая. Да? Фу, это уже сложно. Есть цифры, есть картинки. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, 5, 6. Вот вы видели, как у него сейчас левый глаз моргнул, когда я сказал 6? Это 6. Да. Да. Давайте его похлопаем. Клим, большой молодец. Вам понравилось? Да! Хотите уметь так же? Да! Я научу вас. Для этого фокуса вам понадобится колода карт. Вам нужно будет отсчитать 10 карт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Запомнить 10-ю карту, в моем случае это девятка бубей, и вернуть все обратно. Итак, девятка бубей. Важно запомнить именно 10-ю карту. Вы готовы начинать показывать фокус? Вы просите вашего зрителя загадать любое число от 10 до 20, но не называть его вслух. Вы просите зрителя взять колоду карт и отчитать то число, которое он задумал. Например, ваш зритель загадал число 16, и он отчитывает. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Затем вы просите зрителя у себя в уме сложить первую цифру этого числа и вторую цифру этого числа. В данном случае сложить 1 и 6. Получится 7. Зритель все это должен делать только у себя в голове, ничего вслух не произносить. Затем вы просите вашего зрителя отсчитать обратно ровно столько карт, сколько у него получилось. У него получилось 7, поэтому зритель отсчитывает обратно 7 карт. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем вы просите зрителя посмотреть на 7-ю карту, запомнить ее и не показывать ее вам. Затем просто убрать ее куда-нибудь в колоду. Важно акцентировать внимание зрителя на том, что он все делает сам. После чего вы смотрите на зрителя, делаете вид, что вы читаете его мысли, и вы можете сказать, что он вытащил именно девятку бубей. Ведь это та самая карта, которую вы заранее запомнили. У меня есть 3 карты. Видно 3? Да. Одна красная, правильно? Две черные. Две черные, одна красная. Ваша задача следить за красной. Где красная? Здесь. Точно? Да. Да, здесь. Красную я буду все время перебрасывать. Пока не нужно показывать пальцем. Я спрошу, где красная? Где красная? Здесь. Точно? Да. А правильно, здесь. Правильно, здесь. Еще раз. Поехали. Красная где? Здесь. Да. Где красная? Здесь точно? Да. Нет, не угадали. Где красная? Здесь? Нет, не угадали. Здесь красная. Я думаю, что это фокус. Молодец. Знаешь, кто я? Я фокусник. Этим фокусом вы сможете развлекать своих друзей бесконечно долго. Для этого фокуса вам понадобится колода карт, из которой вам нужно будет достать двойку пик, тройку пик и короля червей. Остальные карты вам не нужны.
возьмите эти три карты и вот так слегка согните. Так вам будет гораздо удобнее показывать этот фокус. Все, вы готовы начинать. Вы говорите зрителю, что у вас есть три карты. Две черные карты и одна красная. Задачей вашего зрителя будет следить за красной картой, за единственной красной картой, за этим королем червей. Вы кладете карты рубашкой вверх. Затем вы берете одну черную карту большим и средним пальцами, вот так. Затем вы берете вторую черную карту точно так же, большим и средним пальцами. Затем вам нужно взять короля большим и безымянным пальцем и показать зрителю, что король здесь. Затем бросаете его на стол и берете его точно так же, только другой рукой. И показываете, что он здесь. Бросаете его на стол и слегка перемешиваете карты. Вы спрашиваете зрителя, где сейчас находится король. Конечно же, он скажет, что он здесь, и он окажется прав. Он действительно здесь, потому что вы еще не сделали секретного движения. А секретное движение выглядит вот так. Берем карты точно так же, большим и средними пальцами. Берем короля, показываем, что он здесь. Кидаем его на стол. А в третий раз мы кидаем на стол не короля, а ту черную карту, которая за ним. Медленно это выглядит вот так. И замешиваем карты. И вы спрашиваете у зрителя, где сейчас находится король. Он вам скажет, что он здесь. Вы щелкаете пальцами и говорите, что нет, здесь его нет. Здесь его тоже нет. На самом деле он все это время был здесь. Важно хорошо научиться менять одну карту на другую. Ну вот вы узнали тайну нескольких фокусов. А теперь напоследок я покажу вам совершенно необъяснимый фокус. Ну, то есть объяснимый, конечно, но его разгадкой придется поломать голову вам самим. Возьми одну, не думай. Любую. Запомни. И не показывай. Про себя повторяй все время в голове. Прям 9 червей, 9 червей, 9 червей. Дай, давай, сам. Ладно, давай другую, только не ее. Я тебя прошу, Соня, помоги ей, только не ее, давай, бери. Любую не думай, покажи в камеру, запомни, покажи всем ее. Опять ее взяла? Опять? Да. Ребята, это невозможно. Только не ее, я же попросил. Другую, не девятку, давай. Нет, только не верхнюю, так нельзя. Давай ты, любую, не девятку. Бери любую, покажи всем. Опять, я не понимаю, почему вы это делаете. 54 варианта, ребят. Давай, бери, ну, давай. Это невозможно. Дай свою правую руку. Видно 9? Вот если взять 9, аккуратно так, ну, прям меняется на даму у тебя в руке. Если взять даму, видно дама. Прям в стол прижать ее. Смотри, сейчас прижму. Смотри, сейчас она исчезнет. Исчезла, видите, не было под рукой. Здесь была под рукой, но же я же говорю, исчезла. Что? Нет, нет. Невозможное возможно.